Здорово, Империя! У микрофона Артём, канал Snow World TV. У нас очередная новая игрушка. И это, я так понял, что-то типа замены Payday, только с героями знаменитых фильмов. Ну, типа Чак Норрис тут есть. Вот. Игрушка, кстати, вышла в Steam, ее не было в Steam раньше. Стоит она рублей 800 со всеми DLC, потому что игра не такая популярная. Она как вышла, ее как бы посмотрели люди, поиграли и просто положили болт на данную игру, потому что, ну, неинтересно, возможно, поэтому... Или зачем в нее играть, когда есть Payday, тот же второй, да, новый, который третий вышел, тоже, который не так уж и нужен кому-то. Есть сетевая, есть компания, давайте смотрите, есть русский язык, вот у нас тут, видите, есть Треху там, да, еще какие-то знаменитые, Чак Норрис, я думаю... Люди, которые сейчас, ну, в 21 веке не знают вообще, кто такой Чак Норрис. Это, наверное, люди, которые жили в 90-х, да, и знают, кто такой Чак Норрис. А сейчас все, кто знает Чак Норриса, либо умер, либо спился, либо не играет в игры. Вот. Ну, Чак Норрис — это такой, знаете, прям хороший такой мордобой был раньше. Все боялись Чак Норриса, потому что он убивал взглядом всех. Что-то типа того. Вот. Если вы, кстати, знаете Чак Норриса, пишите в комментариях. Ну. Game over, погнали. Смотреть. Так, чтобы прицелиться, нажмите одну кнопочку. Чтобы отцелиться, нажмите другую кнопочку. Загрузка. Пропустить. Добро пожаловать в Rockai. Наша задача сегодня — украсть ценные маленькие блестяшки. Один из вас должен добраться к заданию. Так, используйте на... Так, проскользнуть на задний двор. Ченси, Кони и Драмер. Бакал какой-то. Не знаю, как, за каких-то людей мы играем. Не показывать оружие. Я нечаянно, а как убрать? Как убрать? Нажмите, чтобы убрать оружие. Нажмите ункчарт какой-то, чтобы убрать... Что такое? Что за ункнокчарт-код? Я не знаю, что такое. А, это аж. Драмер, Чанси, погнали, чё. Нам нужно куда-то добраться, куда-то пробраться. Опа, нельзя запрыгнуть. А я могу перелезть? Да, нет, походу. Бля, какие сити. Здорово, мадам. В моем отряде? А, тут дырка. Нажмите Ctrl. Нажмите пробел. Нажмите Unknown Chark, чтобы запугать. Блять, а что? Что с переводом? А что это кнопка? Запугать У. На пол нахуй! Люак! Сиди. Не рыпайся, будешь жив. Well done. Well done. Кто свистит? Пускай охранник ляжет. Находясь сзади персонажа, чтобы вырубить его. На. А, чё? Ну ладно, свяжем, чё. Как бы хотелось... По-моему, какая-то кнопка ударить я была. На пол лёг. А, ну у тебя руки связаны, ну ладно. На аж убирать оружие. Вроде все чисто. Предупреждение о подозреваемости. А, там камера. Блин. Нажми, глядя на объект или врага, чтобы подсветить его. Я проползу. Чё, нет-то? Уничтожьте камеру. А, я могу сзади подкрасться к ней. М сломать. А, на В. Good.
Снимай только одну камеру. Охранники напрягут, если больше камеры выйдет из строя. А, проход запрещен. Взлом дверей. Ладно, взламываем. Перемещать отмычку пока... Ну, это понятно. А, во. Все. Good. Так, вырубите и связите ночного охранника. А я могу так вот его ёбнуть, да, ему? На! Подозрительная активность. Войдите в комнату управления. Подождите, что-то лежит. А, я пропуск забрал у него. В комнате охраны надо включить все камеры и терминал. Так, отключить камеры. Чиник. Прекрасно, идеально подготовка к безопасности. Почему бы и другим членам команды не заняться... Переключить на другого члена команды. Нажмите Tab, чтобы открыть персонажей. Ага. Затем нажмите, чтобы переключить на другого персонажа. War. Это я, наверное, да, сейчас, который стою? Окей, давайте вот на этого переключимся. Перед тем открыть дверь... Так, открывайте главный вход. Так, взлом. Прям перед охранником взламываем аккуратненько. Охранник ничего не подозревает. Выведи цель на предмет... Так, удерживай, чтобы отметить охрану, которую надо будет вырубить. А кто его вырубит? О, тут вот эти денежки. А, удерживать? Конь побежал, смотри. На. А чё ты его не вырубил-то? Не суетись. Сообщи ему, надо давать приказы, примерно вылить... На... Так, а, велеть собрать сумку. Хорошо. Удерживай, чтобы собрать. Чтобы разбить витрины... Ну, я вот так вот могу разбивать, да? Опа, воруем. Наполняем. Погнали. Все наше. Но, если честно, эта игра более казуальная, нежели Payday. Так. Где я еще ничего не взял? Так, все у нас, полная сумка. Да. Тяжело так нести, кстати, сумку стало. Две сумки. Так, что теперь нужно? А, еще не все, что ли? А я могу витрину разбить? Да, вообще могу. Надо дверь фургона, чтобы сбежать. А мы еще не все. А мы все украли? Мужики, собирайте, давайте. А тут, может быть, какой-то сейф есть? А, можно взломать. Get down. Бедолага мертвый лежит. Ладно, валим отсюда. Пора бежать. Пора, чё. Все?
какая-то легкая миссия была. Но это так тренировочно, я так понял, миссия. Уличная смекалка успешна. Good. Рука заправляет бандой. Пропустить. А где персонажи-то? Добро пожаловать в карту. Окей. Захват территории. О! Захватить территорию. Так, дневной доход 3000 наличными. Антигуа. Свомп раунд. Давайте вот это. Солдаты 10, удержать, чтобы забрать территорию. Ну давай, держиваем. Добавлено к дневному доходу. Продолжить. В войне за территорию вам нужны солдаты. Во время нападения и обороны они погибают. И их, так, нанять. Кого-то, походу, нужен захват. Так, чтобы захватить территорию противника, вы должны победить вражескую банду в бою. С помощью ползунка вы поможете отгибрить, сколько солдат отправится в бой и сколько денег будет потрачено захватить вражеской территории. Пак, 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 пак. Так, и чё, и чё, и чё? Вот здесь какое-то нападение на территорию. Приготовиться к атаке. Новых солдат 2, оружие 1. Ага, ага, ну давай, допустим. Вот, сколько солдат могу сюда позвать. Вам стоит отправить больше солдат. 11 нормально, 10 мало. А вот затрата. Удержать, чтобы напасть на территорию. 12 тысяч мы потратим, да? Ну, как будто я могу вот так вот 20 тысяч сделать, да? А почему бы нет? Могу же? Могу. А, вот у меня армия, кстати. 22 из 33. Ой, 32. Напасть. Денежный дракон возглавил банду Сикариус. Или психов. О! Нападение! Погнали! В атаку! Тихо! Тихо! Прячемся! Аккуратно. Ты там махач? Почему не умираешь? Непонятно. Я мог я один справиться тут так-то. Нападение на территорию успешно. То есть помимо ограбления каких-то этих территорий, да, банков, да, магазинов, мы еще участвуем в перестрелке. Задание. Ваш главный источник прибыли, они различные по типу, уровни и риска, стоимости планирования и наград. С ростом вашего уважения задание становится все опаснее, а награды ценнее. Так, вот это что такое? Взлом. Нанять солдат. Нанять. Давай наймем. Нападение на территорию. Вот здесь как-то красная какая-то нападение на территорию. Вот здесь еще фиолетовая. А, это, видимо, банды, наверное, да? Ну, давай, если мы вот так мы захватили, давай захватим вот эту территорию. Приготовиться к атаке. Мало солдат, да? 11 будет нормально, не? Сколько? 11 нормально, погнали. Деньги у нас прибавляются, я так понял, только когда мы что-то грабим. И тратим мы на вот эти захваты всяких территорий. Как в этом, в GTA-шке в пятой, да? Типа, банды. А чё я сюда судьи? Погнали, мужики. Погнали, погнали, мужики. А есть граната? Ой-ой.
Тихо, умираю. Чуть не умер. Где еще? Еще один остался где-то. Все. Это было быстро. Только почему у меня постоянно УЗИ? Какое-то другое хочу оружие. Где-то, видимо, можно ставить. Так. Один солдат убит. Потери у нас, кстати, были. У нас были потери. Ага. Так, это мы захватили. Вот здесь есть... Требуется солдат. А, у меня нету. Минимум 10. Стоимость планировать взлом. Высокий риск. То есть банк какой-то. Давайте вот это посмотрим. Тут мы можем взять кого-то это, да? О, подтвердить. Трэвис Бейкер. Есть. Плюс 50% к добыче. Давайте вот эту красоточку возьмем тоже. А, ну у нас тут выбора-то особо нету. Вот этого мужика возьмем. И... Ну, вот этого. Удерживаю, чтобы начать задание. Используйте не более двух оживлений. Угу. Ну, погнали. Если Бейкер лично участвует в деле, вы получите серьезный денежный бонус за успешное завершение. Но если его убьют, приключение закончится, и компания придется начать заново. Ой. Никто его не убьет. Если честно, чисто для кооператива вот так вот почили пару этих, да, пару вечерков, нормальная игра. А, я за него играю. Используйте не более двух оживлений. Войдите в область. Сидите здесь, пердите, да? Вырубите и свяжите охранника. Ой. Нечаянно на другой монитор перелетел мышкой. Главное, хоть не отключил этот. Так, я могу его... Вот тот... Он как ходит, тот, который дальний? Никак? На. Серьезно, я его... Я его расчленил и упаковал? Как это произошло? Чё-то... Опа, нас обнаружили. Погнали. Врываемся. Грабим. Я пока посмотрю, нет ли тут еще охраны. Собирайте. Я проверю. А чё, всего лишь два охранника было? Всё, что ли? Пора бежать. Ну, валим. А где полиция? Полиция-то где? Полиции не будет, что ли? Полиция нападения, где оно? Где? Где? Дайте пострелять. Уходим нахуй. Все, успешная. Ну как, а чё мелочиться, да, вот этот ползать, что-то там делать. Зашли, охранников убили.
И все, и погнали, как бы ограбили и ушли. Закат. Конец дня. Когда у вас заканчивают ресурсы, например, доступные члены команды Ярарми. Пора закончить день. Окей, так, а как удержите, что закончить день? Закончили. Так, ну я скипать буду здесь. Кому интересно, будете посмотреть сами. Так, интенсивное расследование выросло на 12%. Расследование, так, ослабление боссов. Захватите Рока, и можно разными способами. За выполнение некоторых заданий не присуждаются денежные награды. За то их выполнение может в войне за территорию, например, чтобы ослабить вражеского босса. Расследование и давление. Из-за преступной деятельности растет давление, и задание становится опаснее. На следующий день давление снижается. Чтобы вас прижал шериф, находясь больше улик, будьте в расследовании. Захватите Рока, пока шериф не накопал на вас слишком много целей. Ваша главная задача – захватить Рокай. На вклад... Ага. Так, ну я как, да, сразу наймять, так, у нас деньги же есть, да? Наймем и вот этих сразу убьем. 12, 14 тысяч, погнали. Сразу разберемся с ребятишками, территорию захватим. Почему нельзя выбрать оружие, которое я буду, как бы, ну, почему я всегда... Всегда появляюсь с Узихой. С Узихой. О, помповый дробовик. Нормал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто-то еще? Ой, свой. А, он с этим бегает? Они по-русски говорят, прикиньте. Ой! У меня повисла игра. У меня, походу, повисла игра и меня выкинуло. Ладно, давайте на этом и остановимся. Вот такая вот игрушка. Берите, как говорится, на вооружение. Игрушка стоит 800 рублей. Для кооператива, в принципе, сойдет. Но лучше играть, конечно же, в Payday. А лучше играть во второй Payday, потому что третий — это говно. Вот.